Моста нет, но монголы не знают о старой лесной тропе. Сюда. Дядя, простите, что не пришел раньше. Тебе не за что извиняться, Цин. Я видел, что творят монголы. Боюсь представить, что вам пришлось вынести. Ну, какому-то жирному монголу не под силу сломить мой дух. Он знает наш язык, сохранил вам жизнь. Чего он добивается? Он хочет, чтобы я помог ему завоевать большую землю. Посулил богатство, власть, женщин. Думал, вы готовы предать свой народ? Уже за это оскорбление я убью его. Расскажи о женщине, что спасла тебя. Юна храбрая, верная и умеет сражаться. Исикава говорит, она воровка. Она из простых людей, но у нее доброе сердце. Друзей выбирают с осторожностью. Прюдза ты тоже считал другом. Грядет тяжелая борьба. Мне важно знать, что я могу доверять своим людям. Я в вашем распоряжении, как и Юна. Когда-то на этом острове царил хаос. Порядок сюда принесли самураи. Они объединили Цусиму. Люди должны видеть, что самураи и ныне готовы сражаться за эти земли. Пора тебе вернуться домой и надеть доспехи клана Сакай. После смерти отца их никто не трогал. Не бойся прошлого, Дзин. Чуешь запах? Горит дерево. И трупы. Чудовища. На юге они разоряли деревни. Но такого еще не было. Это хан мстит за мой побег. Надо спасать крестьян и поля. Иначе остров не переживет зиму. Я этим займусь. Что они наделали? Впереди монголы! Атакуем! Канеда. Волки хана. Он отправил их разорять север. Давай, Нобу! Монголы захватили маяк. Зажжем пламя. Пусть хан знает, что мы идем. И дадим людям надежду. Да, на каждом маяке мы должны зажечь огонь. Боже! Умрите! Еще идут из ворот! Yeah!
Юна! Почему она здесь? За мной телега. В ней монгольская взрывчатка. Используем против них. Доставай лук. Бей врага! Убьем их! Ты решила присоединиться? Я хочу покинуть остров. Вместе с Такой. Мы не закончили. Нам нужен маяк. Мы снова зажжем там огонь. Пусть знают, что наша победа в замке Канеда лишь начало. Пусть хан знает, что мы идем. Я рад, что ты пришла. Ты очень ловко отвлекла монголов. Что ж, рада служить, господа. В грядущих боях нам нужны такие воины, как ты. Найти таких может быть сложно. У вас ведь столько условий. Говори, что хочешь сказать, и оставь нас. Мы идем на маяк. В Ярикаве много воинов, если город выстоял. Я подавил в Ярикаве мятеж. Люди там меня не любят. Знаю. Я там выросла. Там ты научилась красть. Юна вас уважает, господин Симура. И приведет Ярикаву под ваше знамя. Хорошо. Если поможешь собрать эту армию, я посажу тебя на первый же корабль. Меня и брата. Жди в старой Ярикаве. Спасибо, Дзин.
Пора передать послание. Надеюсь, хан это видит. Увидит. Мы вернем ваш замок, дядя. И сокрушим монголов. Как подобает самураям. Вернись домой, забери доспехи отца. Приведи крестьян Ерикавы. А я попрошу у сёгуна подкрепление. Как вы доставите послание? У меня тоже есть сомнительные связи. Один пират, Горо, из бухты Умуги, мой должник. Если он жив, я найду его. Приведи его в охотничий лагерь. Мы скоро встретимся. Но в пути будь осторожен. Я не могу потерять тебя. Господин, мы освободили пленника. Монаха-воина. Он хочет поговорить. Вот как? Я к нему приду. Говорят, монголы забирают кузнецов в лагеря и заставляют ковать им оружие. Я скорее сдохну, чем выкую клинок для этих гадов. Легко сказать. Ты бы сделал оружие, которым убьют наши? Я все сделаю, лишь бы семья была жива и здорова. Я тоже. Но это уже слишком. Господин, я благодарю вас и ваших спутников. Где ты служишь? В храме Кедра. Узнав о Комоде, наши монахи отправились на юг сражаться с монголами. Но путь оборвался здесь. Мне жаль. Что случилось? Мы попали в засаду, а потом в плен. Нас бросили в темную яму, без еды. Ничего не видно, не разглядишь ладонь перед носом. Первым забрали Дзёгана. Мы слышали, как он борется и кричит. Потом крики сменились воем. И запахло гарью. Мы не хотели покориться. Нас было трое, когда увели моего брата. Энзо. Энзо. Хранителя? Жаль, что он погиб. Великий был воин. И прекрасный брат. Как твое имя? Норио, господин. Вот здесь нас держали. Туда не поместится и 6 человек. Уверяю, помещается дюжина. Пойдем со мной, Норио. Хочу кое-что показать. Ты приехал из Тойотомы. Леокосимы. Говорят, в бухте Умуги до сих пор остались пираты. Остановимся. Да их там, наверное, 1000. Господин Симура свободен. Он поведет нас к победе. Надеюсь, ты пойдешь с нами. Монахи храма Кедра помогут. Всего день пути отсюда. Помогите им. И мы отбросим монголов назад в море. Мы отомстим за твоего брата. За всех погибших монахов. Я не ищу мести. Но буду сражаться за мир.